Всем приятного просмотра, всех приветствую. Давайте продолжать развивать нашу таверну. Так, прошлая серия остановилась на том, что мне нужно было выполнить квест. Ну, квесты здесь обычные. Нужно было просто развивать свое заведение и получать опыт. У нас, по-моему, был 7 уровень, сейчас 9. Так, на 9 уровне у нас, получается, открылось. Сейчас я покажу, что у нас открылось. Вот, открылось новое наше помещение смежное. Здесь я пока ничего не делал, не убирал, не расставлял. Без вас этого делать я не буду. Просто поставил два столика, набрал опыта, заработал немножко денежек. И нам как раз теперь открыта автоматическая мойка. Нужно будет сейчас ее купить. Где она? Мебель. Вот автоматическая мойка. И плюс нам еще пресс доступен. Ну, думаю, пресс мы пока вместе трогать с вами не будем, да? Я пока не рассчитываю делать соки. Так, а что по поводу плитки? Ага, на 15 уровне расходники. Ничего нового не появилось. Продать продукты. А ты на 14 уровне. Окей. Все, сейчас нам нужно будет по квесту поговорить с торговцем. Плюс я хочу купить автоматическую мойку. Не знаю, может, пресс тоже купим, пока у меня денежки есть. Либо нет. Сейчас будем, в общем, разбираться. Ладно, поехали. Одна очень старая знакомая не может из дома выйти. Похоже, случилось у нее что-то. Я бы сам ее проверил. Да зачем, когда есть ты? Убей медведей сталкеров. Угу. Убей медведей сталкеров. Хорошо, сейчас мы их сходим, убьем этих мишек. Давай, наверное, купим с тобой автоматическую мойку, чтобы мы избавились от рутины нашей работы. И купим пресс только ради того, чтобы он у нас был, чтобы я не забыл. Что у нас такая штука в магазине есть, и мы можем ее установить, так что идемте внутрь. Сейчас поставим куда-то с вами мойку. Это ж мойка, да? Автоматическая мойка, да. Давай, наверное, автоматическая мойка будет у нас, не знаю, а что тут ее поставить, как думаете? Будет чисто отдельное помещение у нас для мойки посуды. Или нет? Или сюда ее ставить? Блин, я поддельное помещение, наверное, сделал бы для себя. Ну ладно, пусть пока есть мойка здесь стоит. Ага, прикольно. Загрузить разную посуду. Водичка. Давайте, наверное, и перенесем полочку отсюда. Она здесь мешает, да, наверное, нам будет. Так, где наша полка? Вот наша полка. Давай вот, вот сюда. Да, как раз у нас тут будут тарелочки стоять. А ты у нас соковыжималка, да? Я так понимаю. Давай, наверное, вот сюда. Угу, виноградный сок. Прикольно. Но винограда у нас еще нету. Я так понимаю, либо мы будем его покупать, либо выращивать. Да, делаю кашу. Делаю я, получается, вареные яйца. Продаю. Из-за чего я их продаю? Чтобы было разнообразие. Вот видите, разнообразие в еде. Если вы будете кормить посетителей одной и той же едой, ее ценность сильно снизится, и вы получите меньше опыта. Так что приходится иногда выкручиваться и подавать что-то другое. Так, давайте мы с вами уберемся здесь в нашем заведении. И опять же, понимаете, если я сейчас заставлю везде тут все столами, я сам успевать не буду. Я вот тут на эти два столика еле успеваю, понимаете? А если у меня еще второй этаж будет, на какой я подняться не могу, то что из этого получится? Правильно. Ничего хорошего. Так. На мы поумираем. Так что давайте договоримся так. Пока я вот здесь все заставлять не буду, дождемся. Будут у нас помощники, значит, у нас будет шикарная огромная таверна. Если не будет помощников, ну, значит, будет два столика, на которых я буду иногда
зарабатывать опыт. Ну и плюс денежку. Так, где тут грязь? Вот еще грязь, да? Все, отлично. Ну вот представьте, у меня здесь сейчас стоит 12 столов. И каждому нужно подойти. Не-не-не. Это так не работает. Так, ладно. Идем. Куда сходить? Квест «Убить медведей-сталкеров». Угу. И где они находятся? Ты мне скажешь, эти медведи-сталкеры? Или нам просто в принципе любых медведей нужно убить? Да, зайчик, привет. Прикольно. Так. Медведи-сталкеры. А где мне их искать? Блин, хотя бы этот, как его... Поставили метку какую-то, либо я не знаю. Ладно, давай туда сходим. Я туда ходил, там вроде есть какой-то домик. Может, оно там находится? Так, давай побежим, наверное, мы с тобой по травичке, звук поприятнее. Согласны, что когда бежишь вот так, то по траве как-то более приятнее, спокойнее. Так, по-моему, где-то здесь этот домик был, либо нет. Вот это вот я не помню. Так, давай заберем грибочек. Так, кабаны нам вроде пока здесь не нужны. Так, вы заказ ждете, хорошо. Так, дрова. Как оно? Ага, помню. Ты любишь нападать. Все, забираем мясо. Забираем белый гриб. И бегим, ищем медведей на велосипеде. Ёпта, я что, не попадаю? Так. Все, пошел. Хорошо, давай сюда. Здесь у нас тоже вроде что-то есть, да? Здорово. Как оно? Нормально, скажу, да? Все. Спокойной ночки. Так, здесь, по-моему, тоже есть тарелка. Ну, тарелка мне не нужна, если честно. Если честно, тарелка мне не нужна. Грибочек возьму. Разбить не могу. Могу. О, арбалетный болт, это хорошо. И мед. Мед мне тоже нужен. А где же все-таки этот домик? И где же эти медведи? А, вот домик. Вот, да. А вот эти медведи. Если бы я сюда раньше не ходил бы, если бы раньше не был бы, то я бы и не знал бы про этих медведей, которые здесь прячутся. Еб твою. Все. До побачення. Удар в печень, никто не вечен. Согласны? Так, и тут еще один где-то есть. О, здорово. Что же вы пристаете к женщине, а, Мишке? Али, она вам Машу напоминает. Так, ну давай уже и кабана завалим заодно. А, отлично. Да-да-да, я знаю, вы ничего не видите, но... В принципе, тоже. Поговори со знахаркой. Во! Отлично, пойдем поговорим. Я так понимаю, мы сможем варить с вами какое-то зелье. Помогите, медведь убивает меня. Все в порядке, медведей больше нет. Вы уверены? Может быть, они прячутся за углом?
За углом медведей точно нет. Можете выходить. Почему вообще к вам пристали эти медведи? Они не выглядели голодными? Я варила любовное зелье, но в котелок случайно попал пузырек с феромонами медведей. Я пока пыталась его достать, содержимое вылилось на меня. Как бы я ни пыталась, этот запах не отмыть. С тех пор медведи мне не дают проходу. Так они не убить вас хотели? Знаете, мне как-то не важно, чего они от меня хотят. Я из дома не ногой. Я знаю, есть любители, которые бы много дали за подобное зелье. Они себя называют фурии, странной личности. Устраивают тематические вечеринки, надевают на себя шкуры животных и запираются толпой в домах. Интересно, чем они там занимаются? Что ж, медведи ликвидированы. Пойдем, у меня скопили заказы на зелье. Время подходит к концу. Она еще не готовлю так, да? Помогите их собрать, без вас мне не справиться. Хорошо, что вам нужно? У вас список компонентов, соберите и возвращайтесь. Ладненько. Так, принести яблоки, принести куриное яйцо, принести виноград. А самое печальное, я не знаю, где виноград у нас тут находится. Яблоки и яйцо-то у меня есть. Доставка, ага, кружка Эля. Ладно, я не знаю, где у нас находится виноград. Вот это вот самое печальное. Можно, конечно, побегать, поискать по округе, но если сейчас его не будет у торговца, значит, купим еще один факел и будем просто ходить искать виноград. Так как здесь мини-карты, к сожалению, нету, и я не смогу понять, где что находится. Так, ты кто? Здорово, паучок. Как ты? Человек, но паук. Без тебя мы как без рук, да? Ладно, давай бегать. Возможно, реально тут где-то виноград будет. Так. Это что такое? Ля. Да ты шо? А я могу тебя забрать? Нет, не могу. А почему? Место у меня вроде есть. Я так понимаю, это по квесту, да, у меня будет, что я смогу себе вот такую штуку взять. Прикольно. Хорошо, побежали. Слышь, торговец, у тебя нету случайно винограда? Да и здесь я его не видел. Я бегал же вон ту часть. Блин, какое звездное небо красивое, да? Жалко, здесь нельзя убрать все эти надписи. Я бы так бы и залипнул бы на такую красоту. Ладно, пора выполнять квесты. У тебя есть виноград, оно? Потому что вон там я обходил, вот тут я обходил. Осталось сюда, наверное, забегать, да? Да, поторгуем. Так, семена винограда. Вот они, хорошо. Взяли. Мебель продать. Давай, наверное, ничего продавать тебе не будем. Так, расходники. Арбалетных стрел, наверное, возьмем. Потом продадим тебе факел. И купим факел, да? Что еще? Вроде целое, целое. Ну давай арбалет продадим и купим новый. Все. Идемте сажать виноград. Только давайте, наверное, сейчас я все лишнее уберу. Пусть у нас будет тут грибочек, тут грибочек. Просто я знаю, что грибочек нам может пригодиться. В чем-то я не помню, в чем. Так. А как тебя разделить? Не... Ладно, соберем тебя потом. Так. Давай сюда. Не, мясо.
Мясо у нас, по-моему, здесь, да, находится? Да. Ага, понял. Яблочко. Хорошо. Мед сюда. И вроде все, да? Давай сейчас соберем. Соберем урожай и пойдем отнесем ей. Я просто не знаю, как делить чисто пополам наши продукты. Потому что ни Alt, ни Ctrl, ни то. Так, переместить, использовать, разделить. Ага, вот оно что. Разделить, хорошо, окей. Разделить, окей, все, это мы потом уберем. Все, разобрались. Зажимайте колесики мышки и немножко прокручивайте на себя. И тогда вы сможете разделять продукты. Так, виноград. Отлично. Заодно проверим нашу соковыжималку, да, ребят? Так, пусть виноград пока растет. Пусть виноград пока растет. А мы сложим все лишнее. Сундучок. Можем сюда сложить, что там? К сожалению, не можем. Угу, это можем убрать. Да, кстати, ребят, не забывайте по поводу лайкосов и подписок. Ну, вам сделать это примерно как мне вот звоночек. Просто две секундочки. Так что не будь ленивым, прожми, пожалуйста. Так, виноград 10. Хорошо. Так. Ага. Я подумал, на нас тут уже нападают, потому что вот такая музыка бывает, когда... Когда к нам в завение хотят зайти не только понямать. Так, бонжур. Давай подождем, пока весь виноград вырастет. Пофармим. Немножечко пофармим. Комбанчиков, грибов пособираем. Я так понимаю, где-то на следующий день это должно... работать. Но, по-моему, если не ошибаюсь, если мы сейчас купим лейку за 200, то должно все быстрее расти. А хотя и так нормально, видишь, по времени. По времени вроде и так нормально. Good day! И тебе хорошего дня. Так. Давай сложим грибочек. Так, собрали. Собрали хорошо. Вот, две штуки. Пойдем посмотрим, что там наши куры. Что вы несетесь, да? Ну, пока я собирать ничего не буду. Хочу посмотреть, будут ли пропадать они. Яйца ли будут собираться. Что? Что ты, зайчик? Понял. Чисто му. Так, 10 из 10, 10 из 10. Я же говорю, пока не собирать не буду, у меня хватает их. Посмотрим, будет ли пропадать, не будет пропадать, и сможем мы ли вот такую кучу себе насобирать. Хотя, наверное, когда я буду дальше заниматься своим заведением, я, возможно, пособираю, чтобы продавать. Так что вы думаете, без помощников, я думаю, нету смысла, да, сюда много людей нанимать? Особенно на второй этаж. Меня, конечно, сейчас сюда не пускают. Но давай посчитаем, сколько здесь столиков может стать. Раз, два, пусть тут три, четыре, пять. Ну пусть тут шестой станет, седьмой столик. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Одиннадцать столов. Не-не-не, это прям... Во-первых, мои печки не справятся. А во-вторых, без вот этих вот людей, которые должны мне помогать, я не успею и готовить, и посудку мыть, ну и так дальше. Ну
Ну что? Можно было плейку, конечно, купить, чтобы быстрее росло, но, в принципе, когда я сам играю без записи, то мне и так нормально, так комфортно. Так, давай заполним, наверное, нашу мойку водичкой, да? Опа, на десяточку. Блин, вот это аппарат, вот это я понимаю. Тут хорошо. Так, ну что там, виноградик ты наш? Растешь, да, булька. Все, созрел. Созрел урожай шикарным. Давай собирать и пошли относить. Я бы, конечно, за все это время прошел бы дальше, но как я делаю? Я, к примеру, выполнил квест, да? С вами немножко пообщался, позаписывал и все, и вышел. И не трогаю, к примеру, до того момента, пока мы не начнем с вами записывать. Потом опять выполнил квест, продал там 10 чего-то там пива, либо каши, или вареных яичек. Так, яблочки хочу собрать. Блин, если можно было бы еще сад себе посадить бы. Так, а я не помню, куда нам нужно идти. По-моему, куда-то сюда, да? Если не ошибаюсь, нет, не сюда. О, бонжур. Донде стала библиотека? Понял. Ладно. Ладно. Ага, а тут, я так понимаю, мы с вами рыбку доловить будем в дальнейшем. С пирса. Угу. Интересненько. Давай к лодке сбегаем, посмотрим, что у нас здесь есть. Ничего, да? Вот еще, наверное, будет какой-то квест очистить, не нужно будет побережье. Шо ты? Рассказывай, как твои дела? Да погоди ты, давай пообщаемся. Ну не уходи. Хочешь виноградику дам? Хороший, хороший. Все, ладно, я пошел дальше квест выполнять. Так, это моя таверна. Вроде бы судой. А сейчас посмотрим. Таверна, водопад, поле. И таки, извиняюсь, какой водопад? Что в том водопаде? Такого... Крабовое мясо. Да ты шуля. Прикольно. А здесь я, по-моему, не был, да? Так, давай добудем немножко... Здорово. Давай добудем немножко себе мяса. Все, шикарно. Он мне чем-то Т-49 напоминает. Кто понял, тот понял. О чем я? Тоже такой же самый пузатый. Так, ага, вот яблочки еще. Шикарно. Так, бежим дальше. Ага, вот и домик. Значит, все-таки правильно. Так, ты кто? А ты просто, да, отдыхаешь. Понял. Привет. Ля, какие у тебя глаза. А ты ничего такая, да, малыха? На, держи. Вот, все по списку. Отлично, но подождите пару минут. Окей. Зелье готово. Пожалуйста, продайте его торговцу. За с ним доверенность. Он продает.
А, он продаст ему, кому нужно деньги, оставьте себе, иначе вас отблагодарить не могу. Но принесите мне что-нибудь поесть. Выгодная сделка. Удачно мы встретили, хоть и не при неудачных обстоятельствах. Скоро вернусь, никуда не уходите. Продайте зелье. Так, с продавцом есть договоренность. Он передаст зелье, кому нужно. А что я должен тебе покушать принести? Понял. А что она покушать хочет? Как думаете? Предлагаю взять кашу. Кексик взять. У нас там кексы есть с вами, ребят. И попробовать это все продать ей. Как думаете? Чей этот продать? Угостить ее. Так, пока мы с вами идем. Бонжур. А ну, навесиком получится сделать. Да, получилось. Вот это неплохо. Бумс. Шикарно. Все, побежали. Ладно, сейчас не выпить это зелье. Потому что, если я знаю, случайно палец тыркнет на кнопочку и все. И квест мы провалили. Так вот. Вот мы тут живем. Да, давай, наверное, сейчас возьмем кекс. Возьмем кашу и отнесем. Не знаю, эль будем брать, не будем, посмотрим. Так, торговец. Здорово. Встречай гостей. Так, поторгуем. Яблоко. Продать, да? Продать. Все. Так. Квесты. Принеси ячменную кашу, принеси кружку эля. Ага, а я думал, ты кексик захочешь. Ну ладно. Кашу-то кашу. Я ж не против. Да, яблочки, крабовое мясо, просто мясо. Не, давай мясо сюда. Вот так вот. Хорошо, нехорошо. Вот так вот хорошо. Все, кружечку эля, говоришь, да? И каши ты хочешь. Так, у нас же есть каша. Да, есть. Шикарно. Можешь и кексики ей принести. Как думаете? Чисто подкатить к волшебнице. С кексиком. Так, побежали. Вроде бы сюда. Может, по дороге опять получится найти что-нибудь. Ну, кроме кабана. О, яблоки вижу. Здорово. Как ты? Ну и хорошо. Самое главное, что у тебя все хорошо. Так, идем. Единственное, что не могу понять, я когда здесь ставлю варить кукурузку, я туда насыпаю, а точнее закладываю 10 кукурузин, а на выходе выходит только 5 порций, ну 5 штучек. Мне интересно, это чисто на порцию у него идет 2 кукурузки или каким образом, какая там уварка, ужарка идет. Так, болото какое-то грязное. Ладно, это, наверное, тоже будет у нас квест какой-то. Раньше времени туда не будем идти. Блин, гребаный топографический кретинизм у меня. Я уже заблудился. Так. Ага, здорово. Бля, ты шустрый какой. А ты тут один, скажи честно? Или нет?
Все. До побачення. Тихо, это что такое? А, это мирный, понял. Я извиняюсь. Я не хотел, честно. Так, семена кукурузы надо. Помои. Не, спасибо. Спасибо, оставьте семена. Чей этот помой, оставьте себе. Грязная тарелка. Грязная тарелка тоже не нужна. Этого добра у нас хватает. Не, нам в другую сторону. Не будем спешить впереди паровозом, правильно? Сначала выполним одно задание, а потом уже будем выполнять другое. Потому что если сейчас поспешим, как обычно, все пойдет через одно место. Так, это что такое? Блин. Так. Сэр Хомякоук. Рыцарь, рыцарь. Свиток с рецептом. Жареный картофель с грибами. Ля. Мы, походу, сможем делать с вами жареную картошку с грибами, да? Это классно. Но, опять же, я заблудился. Как вы видите, я не могу понять, где мы находимся и куда бежать. И это тоже собрать не могу. Так, ага, наша таверна. Сейчас, ребятки, я соберу яблочки. Пока не забыл. Потому что я могу назад возвращаться и все. И потом что я хотел сделать, я без понятия. Все, забираем яблочко. Таверна там, значит, нам в эту сторону. По-моему. Либо нет. Вроде нет, либо да. Да, тут черепаха, значит, в эту сторону, которая с нами отказалась разговаривать. Вот это вот я не могу понять, что это за Робин Гуд такой. По-любому, наверное, по квесту будет у нас, да? Этот человек. Блин, какой отвратительный бег здесь. Пока место идешь. Давай факел зажжем. Еще в принципе нормально. Плюс музычка. Плюс у вас звуки игры немножко тише слышатся, чем есть на самом деле. Ну, то есть в OBS у меня оно прикручено немного. Чтобы было нормально. Ёб твою. Чтобы было нормально меня слышно. Ага. Слышь, братиш, ты не сильно быстрый, не? Скажи честно, ты не сильно быстрый? Все, побежали. Ну да, медведи хотят с ней, так скажем, дружить. Привет. Очередные поклонники, пришлось от них избавиться, надеюсь, вы не против. Спасибо, в детстве я хотела быть популярной у противоположного пола, но я предпочитаю парней своего вида. Эка, как я его привереду, да? Ладно, смотрите, что я для вас принес. Спасибо, отведаю. Вы упоминали, что у вас несколько заказов. Помощь еще нужна? Да, хорошо, что напомнили. Я должна приготовить зелье мужской силы для одного итальянского. Итальянца с шикарными усами. Ух ты, а что он делает? Придает сил и увеличивает в размерах. Действительно работает? А как вы думаете? Вот список ингредиентов. До встречи. Ага. Принести ингредиенты для увеличения мужской силы.
Гриб, да, говоришь? Принести изумрудный гриб, лазурный гриб и белый гриб. Ну, по-моему... По-моему, если не ошибаюсь, такие грибы у нас есть. Хотя я не уверен. Давайте на этом мы будем с вами серию заканчивать. Сейчас я... Все, кабанчик, отстань. Сейчас я дойду до нашего паба, посмотрю как раз по поводу грибов. Все, паучок, отстань. Посмотрю по поводу грибов, есть ли у нас такие грибочки, если не, то будем в следующей серии с вами их добывать. Ладно, давайте. Давайте поговорим, я понял, вы не останете. А, даже так. Ля ты, павук. Наталья, морская пехота. Все забрали? Так вот, о чем это я? Что-то хотел сказать, так и забыл. А, посмотрю, есть ли грибы. Если есть, то отлично, если нет, то уже в следующей серии поищем. Но белый точно у меня есть. А за все остальные я без понятия. Где мне искать, что тут? Что вы, куры? А вы все несетесь, да? Умнички, неситесь, зайчики. Неситесь. Проведем эксперимент, посмотрим, сколько они будут обнестись. Так, давай зайдем. Это кто у нас? Лазурный гриб, белый гриб. И все. Так, ну смотри. Белый гриб у нас с вами... Три штука есть, правильно? Есть три штука. Здесь у нас тоже надо три штука. Ой, еб твою, я его скушал. Здесь тоже три штука есть. Все, хорошо. Нужно будет, значит, в следующей серии поискать, где еще эти грибы находятся. Я, честно, без понятия. Так, яблоки. Семена, блин, нужно попродавать это все, наверное. Лишнее. Либо сок делать. Так, давай, наверное, сок попробуем сделать. Давай. Раз посмотрим, как ты... работаешь. Шикарно. Освободили место. Почти мы освободили место. Семена кукурузы. А нам столько много и не надо, да? Ага, здорово. Здорово. Как оно? А где твой друг? Бонжур. Извините, но мы закрыты. Так, хорошо. Давай это мы отправим с вами бродить для удобрения. Я тоже рад тебя видеть. Так. Что я хотел? Я хотел, во-первых... Во-первых и во-вторых... Так, сюда, да, положить, наверное. Чтобы его такого... Давай мы, наверное, яичко. Я могу кушать яичко сырое, либо не могу? Не, прикинь, не могу нямать сырое. Жалко. Ладно, давай сюда. Зелье продадим, огрызок продадим, яблочко продадим. Мне просто болты нужны для нашего арбалета. Продать... Восстановить зелье. Использовать. Давай мы же яблочки поедим. Все. Продать. Расходники. Раз, два, три. Все, шикарно. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр.
всем пока-пока и до потом. В следующей серии мы уже продолжим выполнять квест. Походим по округе, поищем. Так, какой гриб нам нужно, да? Принести лазурный, белый гриб. А у нас с вами лазурный, белый и изумрудный гриб. Где изумрудный гриб находится, я честно без понятия. Нужно будет тогда просто походить, поисследовать местность, и как раз, возможно, может, мы и найдем. Так что все, всем до потом.